Всем добрый день. Всем привет. Вита рядышком. Едем на обзор дома. Село Юрки. Получается, в 20 километрах от поселка городского типа Козельщина. Кременчугский район. Вся инфраструктура получается у нас в Козельщине. Магазины, больницы, садик. Ну все, не, садик возит рядом, село здесь есть. И школа рядом, да, в селе Харюшки. А такое все, банкоматы, больницы, все в Козельщине находится, поселок городского Козельщина. Рядом здесь есть речка Псел, находится. Дом этот получается аж на 180 квадратов, 10 спальных мест. Ну сейчас мы едем, посмотрим все, снимем на видео. Спокойное, тихое место, да. Экология чистая, лесочки тут есть небольшие. Приезжают сюда и грибочки собирают, и все. Речка тоже, рыбку ловят. В общем, места здесь хорошие. Сейчас посмотрим за дом. Что-то за дом. Продают, может, сдают. Продают, узнаем, может, сдают. Ну, будем, хозяйка в Польше. Это какая-то бабулька тут присматривает. Сейчас она должна нам показать. В общем, сейчас будем смотреть вместе с вами, что за дом. Приехали мы на место. Вот такой дом на продажу, смотрите. Все позарастало, конечно. Но хозяева не живут, хозяева выехали в Польшу. Надо заниматься, конечно. И территорией, и всем. Ну, вот такой домик вот. Сейчас придут, нам откроют, покажут, что внутри. Отопление печное, паровое. Скважина есть. Я с хозяйкой разговаривал. Такая еще построечка здесь, как летняя кухонька, беседочка на весик такой. Все, 20 соток земли. Такой домик. Да, фруктовые деревья есть. Гаражик какой-то. Еще построечка. Вот скважина. Шланга полив есть, но надо ставить насосную станцию. Балкончик, ага. Посмотрим сейчас. Канализация, машина проезжает, выкачивает. Телевидение там было, тарелка, я видел. И вот земля здесь 20 соток. А вот туда дальше, там речка Псел идет. И лес. И лес там, да. Мангальчики. Да не знаю, что это. Да, работает тут, конечно. Там он. Колодец, наверное, или что еще, что-то. Летний душ. Летний душ, ага. Туалет на улице, в доме или в доме? Не, в доме туалет, она сказала. Ну, вроде ничего, дом не потянутый, не девит, не видишь? Такой цоколь, смотрите, с камня. Сейчас я сюда пройдусь. Смотрю с этой стороны, тут не залезешь, заросло все. Крыша шифер. Ну не вижу, я не потянут вроде нигде. А вот там чуть-чуть запенили что-то фундамент. Где пластик в окна, где деревянные стоят. Да, наверху пластик, внизу. Сейчас сюда посмотрим. Вроде тоже нигде не потянут, но там что-то окно непонятно, как оно. Или
или щели какие-то, или что-то не должно быть. Щелей. Посмотрим. Сейчас придет хозяйка, что внутри. Там фундамент тоже запенен чуть-чуть. Счетчик на свет он есть. Что, что ты говоришь? А? Сейчас сюда пройдусь еще. Посмотрю с этой стороны. Вот такой домик. Все, ждем хозяйку. Вот этот домик. Хозяйки нету пока еще. Тут тоже заброшенный этот, наверное. То, что позарастало все. Хозяевов нету. Вот такой. А вот сюда. И вон речка Псел там. Пляж у них какой-то. Тут два, оказывается, пляжа. Мы второй не знали. Мы на один ездили, а это еще один туда, говорят. Ну, посмотрим колодец, пока хозяйки нет. А, водичка есть, колодец глубокий. И вот тут какие-то еще выгребные ямы. Посмотрим. Это что у нас такое? А, ну вот это, наверное, насосная станция тут стояла. Но, говорит, насосной станции нету. Так, а может тут здесь есть? Откроем, посмотрим. А, это, наверное, выгребная яма. Скорее всего, да, труба он выходит с дома. Да, выгребная яма. Вот кухонька такая. Так, что тут у нас? Ага, тут у нас ванна. Есть. Унитаз есть. Все, пол кафель. Ну посмотрим, да, можно, да? Так, тут лючок какой-то, наверное, погреб какой-то. Станцию, наверное, покрали. Покрали? Так она, пойду подвезусь, может, меня там бросили. Вот котел угольный, ну, деревянный, деревом топить, дровами. Все, разводка пошла. Да? Да это, ну да, как кухня или что. Ну, как гостиная. Пол кразис застелен, че как оно называется. Батарейки вот. Радиаторы. 2,30 потолочки примерно. Так. Большая комната, да? А вот еще одна. Тут что у нас? Ага, тут как спальня. Тоже, наверное, метров 7 длиной. Раз, два, на три. Такая. Там что-то облущилось. Батареи стоят. Вот такие. Окна пооткрытые везде, да? Так, она, я думаю, ветром пооткрывала. Так, а что, они не закрываются или что? Может, проветривала, открыла? Так, зайдем сейчас на второй этаж, вернее, поднимусь. Лестничка такая деревянная. Второй этаж. Конечно, надо прогибаться. Конечно, работа не... Прогинаться надо, чтобы залезть.
Залазим сюда. Света нету. Ты на балкон надо, тут же на балкон показывай. Ага. Выход на балкон. Выход на балкон, наверное, да? Да, выход на балкон. Закроем. Получается, прикольно. Три комнаты. Так, вот еще комната. Вот такая комнатка еще. Ну тут я смотрю, что тут отопление сюда не идет. Я так поняла, первый этаж только отапливается. Я тоже не вижу ни труб никаких, второй ничего, ни батарей. Сюда надо везти батареи. Да это уже не дело, ну что это? Да, только первый этаж отапливается, здесь нет. Так, еще спаленка такая. Тут только потолки вот такие все. Спаленка. Тут пластик, окна стоят. Тут везде пластик. На втором везде пластик, да? На первом деревянный, да? Ага, еще спаленка одна. Еще спаленка одна. Второй этаж не отапливается. Батареи нет. Батареи тут нету, что же, да. Электричество. Окошко пластик. Да-да, мы тут, вот тут. А нет, мы давайте, мы выходим уже тоже. Закрывайте, чтобы мы... Да-да-да, мы идем уже. Мы идем. Вот как все. Я был. Ну, вот такой дом. Сейчас я спускаюсь. Первый этаж теперь открывается, да? Да. На втором нет. Такое у нас место в грибов богато, и на луках, и в лесу. И пляжа там, и речка у вас, да. Таких, все, вот такой дом. Ну, летом ездят, конечно, машины отсюда. Мы можем корточки вам выкинуть. Да, я не пойму, что не приоткрыть. Может, так увидеть. Я прикрываю тут. Оставили. А вот это газовый баллон, это ж как? Надо ездить газом его заправлять, да? Ну да. Угу. Тут есть газ, вот тут наверху у бабки в одной. Можно провести. Просто до нас якось далеченько мы решили. А, можно, да, провести? Да. А туалет с вами? Вот. А, вот это. Ну я ж показывал, да. Да, там грибная яма. Можешь. Ага, и ванная, и туалет. Да. Угу. Тут окошко тоже пластиковое. Пластиковое окошко, ага. Ну, ванна не маленькая. Ну, нормально, да. Да. Отопление греет тут. Ну, это же ведь было открыто, знаете, как коровок всяких залетает. Для гидры намялось. Закроем все. Так, на первом этаже деревянные окна, как я говорил, решеточки поставили. Такая кухонька открыл я, а что-то потолок просел. Погреб какой-то. Конечно. А если все закинется и будет отплачивать, тогда не подключат. Еще я такая привычу, кладовочка. А тут человек помер, а тебе до 16 лет. Таражик такой есть. Смотровая яма есть. Тут еще какое-то помещение. А это что, видать, старые еще эти, да? Как они? Ткацкие станки, да? Ага. Ткацкий станок. Чердак. Багажник можно сделать, да? Лыжи зимние, вот это да.
Да. Да, порядки наводить надо, да. Ну, все вот так вот. Везде надо он. Да. Я вроде живу. Да. Там, да, и трава, и все сейчас к весне, конечно, работает. Ну, все, вот такой дом посмотрели мы. Сказали, все, что в доме, все остается. Все они оставляют. И просят они за этот дом 12 тысяч долларов, есть торг. Да.